Деревенская в клубе Смоленском друг друга нашли. Звезда Беллатор открыто попросился конкурентам, а в ответ тишина. Вадим Немков уверенно перебил всех топ-тяжеловесов Беллатор. Родной промоушен предлагает чемпиону новый контракт, но сначала он хочет ознакомиться с предложением от UFC. Но лучшая бойцовская лига молчит вот уже 2 месяца. Поведением UFC нечем объяснить, кроме как давней ссорой организации с Федором Емельяненко, учителем Немкова. Казалось, лишь малость, да счастье осталось, ой ли, ой ли. Карьера Вадима зашла в тупик. Ниже представлен топ-5 полутяжелого веса Беллатор. Крестиком отмечены бойцы, с которыми разобрался Немков по пути к чемпионству. Как видим, из живых остался только Лиота Мачида, но он точно не соперник Вадиму. Карьера 42-летнего Мачиды заканчивается. Он идет на серии из 2 поражений. В последний раз Лиота уступил Филу Дэвису, которого Немков победил за 2 боя до титульника. В результате Беллатор просто не знает, кого еще дать на растерзание чемпиону. Любой следующий поединок для Вадима в родном промоушене – это шаг назад. Именно поэтому российский боец не закрепляет делом слова о готовности переподписать контракт с Беллатором. Немков держит другое слово, ждет звонка из UFC, дабы окончательно определиться с будущим в ММА. Но Вадиму не звонят из лучшей лиги мира, что очень странно. Глава UFC Дана Уайт никогда не отказывал себе в удовольствии увести у конкурентов перспективного топ-бойца. Немков становится исключением из правила. И вот здесь, как не вспомнить, кто стоит за карьерой чемпиона в ММА. Это легендарный Федор Емельяненко, человек, которого вот уже более 10 лет очень сильно ненавидит Дана Уайт. Президент UFC никак не может простить Федору целых 3 унизительно сорвавшихся для Даны предложение о сотрудничестве. Уайт понимает, что работа с Немковым включает в себя работу с Емельяненко, как с фактически менеджером Вадима. Боссу UFC придется платить Федору и терпеть все его капризы. А Дана не меньше, чем Емельяненко, ненавидит неподчинение и расставание с деньгами. Как итог, между работой с Федором и утратой топ-бойца Уайт очевидно выбрал второе. Именно поэтому телефон Немкова до сих пор молчит. Очень жалко чемпиона и его карьеру. Хотели на свете резвиться, как дети, и петь до утра. А пьяный тот двор, как утренний вор, их души украл. Глава организации Беллатор Скотт Кокер после отстранения из UFC 2 перспективных и именитых бойца Йоэля Ромеро и Рамбола Джонсона сразу сообразил, что нужно сделать гран-при полутяжелого веса и выставить действующего чемпиона из России Вадима Немкова в сетку по пути к финалу, где любимчик публики Райан Бейдер должен отомстить Лиоте Мачида за победу над Бейдером годами ранее. Вадим станет сразу на тропу войны с Филом Дэвисом, которого уже побеждал. Ромеро и Рамбл сразятся 16 апреля, в тот же день, что и Немков Дэвис. Мачида и Бейдер стартуют 9 апреля. Полуфиналы пройдут в июле, финал в октябре. Болеем за Немкова!